Ранят, вот, в укрытии! В атаку, вперед! Все подходы осуществляются очень медленно, с пятки на носок осуществляются. Вы должны очень тихо ходить, в лесу все слышно. То есть вот встали аккуратненько, все, идем и смотрим по сторонам. Смотрим по сторонам, вправо-влево. Головной дозор всегда должен быть впереди. В лесу каждая мелочь. Если наступили, наступили, все, вас уже слышно, противник вас увидит. Данная точка называется у нас, это передвижение в боевых порядках при внезапной встрече с разведкой противника. То есть здесь основная цель нашей учебной точки – это научить личный состав двигаться в боевых порядках. То есть это у нас иметь головной дозор, объяснить, что такое тыльный дозор, боковые дозоры, ядро, назначить основные, довести личный состав основные задачи, которые перед ними стоят при передвижении в боевых порядках. И вести наблюдение при внезапной встрече с незаконно вооруженными формированиями, произвести их досмотр, либо произвести уничтожение. На данной точке отрабатываем наблюдательный пост. Военнослужащие копают окопы, укладывают поверх кусты, маскируются, ведут оборону. Все, замаскировались. При появлении врага друг друга предупреждают, с какой стороны, с фронта, с тыла нападает враг. При появлении врага ведут огонь.